Я не могу. Я не могу работать в такой нервной обстановке. Я не могу. Хотел как-то написать такое прозаическое продолжение. Ну, любимая у меня песня Высоцкого, ну, все ее знают, конечно, вот это вот, ой, Вань, какие карлики, смотри, да? Вот я решил в сухопутном таком виде написать. Двое здесь тоже, Зина и Ваня. Зина. Ой, Вань, ну, что ты, как ближе к ночи, сразу у тебя дела появляются. Пылесосить начинаешь, только в постель не идти. Вань, послушай, Зин, это просто совпадение. Смотрю, пыль, ну и какое совпадение. Вань, не надо бояться. Сейчас, если с этим делом проблемы, это у всех экология, то сё. Но есть способ. Какой еще способ, Зин? Ролевые игры, Вань. Надо представить себя в другой роли. Ну, не то, что ты это ты, 20 лет со мной живешь, все надоело, а будто мы другие. Какие другие? Ну, Вань, ты, скажем, фараон, и у тебя каждый день новая наложница. И вот сегодня мой день. Скажем, 8 марта. Ты еле дождался. И я к тебе в опочивальню. На лице паранжа. О, так, так. И я так открываю лицо. Ну? О, я ж пропылесосить забыл. Давай, давай, не отвлекайся, смотри на меня. Смотрю. Еле дождался, говоришь? Уверена, Зина? Да, ты еще в феврале в нетерпении считал дни. Когда же? А точно февраль кончился? Не 31 февраля сегодня? Хорошо, давай другую игру. Ты только не волнуйся. Это у всех экология, продукты никакие. То все для этого ролевые игры и придумали, чтобы люди в себя пришли. Все, я готов, Зин. Я сейчас кто буду? Ты это ты. А ты? А меня вообще нет. Я будто бы во вторую смену ушла. И ты представь, привел какую-то другую. Так-так, интересно. О, как оживился-то. Машка, давай, проходи. Машка, значит. А как же я? Что ты? Ты же во вторую ушла. Ах ты, кобель, вот как чувствовала раньше, с работы пришла. Ну все, все, мне эта игра сразу не понравилась, давай другую. Я кто буду? Давай, ты, Вань, прям маньяк такой. Вообще ни одной юбки не пропускаешь. Ой, Зин, даже не знаю, справлюсь ли с этой ролью. Справишься, скотина. А ты кто? А я просто красивая женщина. Пошла в лес за грибами. Ну, напряги воображение. Напряг. Вот и представь себе. Лес представил. На большее не тяну. И вот я в лесу. Я себе иду так, ничего не знаю. Грибы собираю. Ой-ой, грибы она собирает. Небось, нарочно пришла, чтобы на маньяка нарваться. А я увидел, крадусь за тобой. А я, о, под березовик. Наклоняюсь так. И тут я набрасываюсь. Молодец, отнимаю грибы и бежать. Ну, Федь, ты же маньяк. Я больше насчет грибов маньяк. Хорошо, давай другую роль. Вот я школьница, а ты, Вань, учитель. И я готова на все, чтобы получить 5. Я прихожу к тебе в кабинет. Здравствуйте, Иван Петрович. Здрасте. Ты кто? Я Зина из 6Б. Из 6Б? Сколько ж ты сидела в одном классе, Зина? Вот тебе 5. Как, и приставать не будете? Я за 5 на все готова. Да не надо ничего, девочка. Я тебе так поставлю. Не оставаться ж тебе еще на год в 6Б. Иди, может, успеешь еще пенсию получить. Черт, Вань, ну почему у нас не получилось? Да потому что, Зина, роли надо правильно выбирать. Ваня, давай мы будто бы не люди, а какие-нибудь животные. Есть такие животные, ну, они так отрываются, позавидуешь. Зин, ну кто, например?
Ну, например, страусы. Ты видел, какие они несут? Видел, видел. Ну, хорошо, хорошо. Пусть я буду страус. Давай. А я страусиха. Вышагиваю так. Вань, страус ты мой. Чё ты испугался? Я испугался? Ничего я не испугался. А чё ты отогнал нашу кошку и зарылся башкой в её песок? Прости, Зин, что-то страшно стало. Хорошо, я придумала. Будешь животным, у которого вообще страха нет. Ты бык-производитель. Точно, никого не боюсь. Я бычара такой. Хо-хо-хо. Да, а я твоя коровка, Зинка. Иди ко мне. Му-у-у. А, собственно, почему ты? У меня таких полное стадо. Нету никакого стада. Все сдохли от ящера. А я жива. Меня только из Лондона привезли специально за сумасшедшие деньги. Так что иди ко мне. Так-так, иди. Чё ты встал? Куда ты смотришь? Куда уставился? Зин, а вот эта красная тряпка тут откуда? От верблюда. С 89-го года тут. Это не тряпка, мой вымпел ударницы коммунистического труда. Чё-то не замечал раньше, потому что быком не был. Ты сама, Зин, меня быком назначила. Хорошо, будешь петушком. А ты? Не задавай дурацкие вопросы. Конечно, курочка. Кудах, кудах. Ну, ну, баранки гну. Что-то я никак в роль не войду. Погоди, где старая подушка? Вот, сейчас мы тебя, Зин, в перьях всю вывалим. Клей момент прихватим. Так, отлично. Ну и себе, Вань, гребень сделай, как панк. Слушай, где-то должны быть шпоры от прадеда. Он же в первой конной был. Вот они. Ну все, я так сижу, кудах-кудах. И тут я, Зин, с гребнем, в шпорах. Кукареку! Ну чё, кукареку? Все в гудок ушло? Нет, подожди, я сейчас. Куда? Холодильник, Зин. Сейчас тебе яйцо будешь высиживать. Садись. Ё-моё, раздавило. Не ё-моё, курочка моя. Охуеть.